Мы поедем на знаменитый пляж Капитаж, который находится в 30 минутах езды отсюда, и я вам покажу, как туда самостоятельно добраться. Я так счастлива, у меня никогда такой комнаты не было. Смотрите, какой вид с балкона. Офигеть. Мы сейчас будем пробовать кактус. Салат с морепродуктами просто нереально вкусный. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Залина, и вы на канале Залекс. Все, мы прощаемся с нашим классным местом Алюденис. И мы отправляемся сегодня в Каш. Сейчас идем к маршрутке и поедем уже до автовокзала Фетхие, и оттуда путь. Как купить билеты до Каши и как добраться до автовокзала, я показывала в предыдущем видео. Оно будет где-то здесь, так что посмотрите. А мы сейчас уже направляемся туда и встретимся в Каш. Пока-пока! Наш автобус маленький, видите? Он едет до Кини, Калкан и Каш. Каш – это последняя остановка, так понимаю. Вот, такой вот маленький совсем крошечный автобус. На таком мы еще здесь не ездили, кстати. Смотрите, у нас самые топовые места, 3-4. Почему они топовые? Во-первых, мы видим все, весь обзор отсюда. И еще, когда мы будем здесь ехать, здесь будет видно море. Говорят, дорога красивая от Фетхие до Каш, поэтому будем любоваться. И такой маленький автобус, да, вообще крошечный. Ой, как жарко здесь, еще пока не включили этот кондиционер. Она не учла, во-первых, что отель находится в 10 минутах ходьбы от бас-стейшена. И еще к тому же, смотрите, вот наши чемоданы, вот уставшая мама. И нам нужно сейчас туда это все дело поднять. Ресепшн, потому что наверху, черт возьми. Фух, а тут жара невыносимая. Мы поднялись, да, но у нас тут ожидает сюрприз, оказывается. Вы посмотрите на это. О, боже мой, да ну нафиг. В итоге нам помог парень. Я поднялась на ресепшн, попросила помочь нам. Парень спустился, быстренько поднял. И все. И сейчас ждем, когда наш номер будет готов, потому что время всего лишь час дня. А когда мы с тобой поднялись, вообще было 12. Вот здесь такой вот вид. Здесь у нас будет завтрак утром. Посмотрите просто на это. Завтрак с видом на Каш и на Средиземное море. Красота. Ребятки, можете нас поздравить, мы наконец-то заселились в отель, ой, заселились в номер, и он просто нереально крутой. Когда я оплатила за комнату, мне сказали, что нам хотят бесплатно заапгрейдить комнату, то есть дать получше номер, чем мы забронировали, если мы заплатим наличкой. Я не сказала, мы даем вам комнату с видом на море, но мы думали, там будет окошко на море, и тут такое... Я просто не могу, я так счастлива, у меня никогда такой комнаты не было. Сейчас покажу вам, сейчас все покажу. Ребятки, вы готовы? Вы готовы увидеть эту красоту? Сейчас покажу вам сперва вот это вот. Ти-ти-ти-ти. Да, кажется, типа, то, что еще простенько это, но здесь так минималистично. Я обожаю такой дизайн, когда ничего нет лишнего, чисто, супер-мега чисто. И видно, что ремонт новый. Я не знаю, это косметический ремонт или что, но ремонтик новенький здесь. И тут у нас есть тумбочка прикроватная, вон мамуля, там уже вещички положили. А, здесь у нас вон еще столик есть, холодильник, там только водичка, я уже проверила. И вентилятор сверху есть, кондиционер есть, тут огромное зеркало во весь рост, та-дам! И это я, Залинчик. И здесь у нас, посмотрите, ну вот посмотрите, какая ванная комната, тоже такая вся чистая. Вот прям видно, что ремонт реально, вот прям новый. И это очень радует. Мы выходим. Нам же обещали вид на море. Та-дам! Смотрите, какой у нас красивый вид. И балкончик еще к тому же. Мы сегодня вечером с мамулей там будем сидеть и попивать чай. Смотрите, какой вид с балкона. Офигеть, это просто круто. Вот здесь вот мы с мамулей будем сидеть. Средиземное море, Каш, а там виднеется греческий остров. Ну скажите же, вообще крутецкий номер. Еще и бесплатно нам заапгрейдили его. Та-дам! Мам, ты счастлива? Очень.
Очень счастлива. Счастливая вообще. Все, мы искупались, переоделись, привели себя в порядок. Хотела вам немножко, уже Натя тут обосновались, и хотела немножко рассказать вам про минусы этого отеля. Здесь нету чайника, здесь нету кружек даже, стаканчиков. Здесь нет сейфа, куда можно было положить паспорта и кошелек. Придется все таскать с собой. Это, я считаю, огромный минус. Вот все такие вот подробности по поводу отеля. А сейчас мы направляемся на прогулку по Кашу. И будем рассматривать город, а потом мы поедем на знаменитый пляж Капутаж, который находится в 30 минутах езды отсюда, и я вам покажу, как туда самостоятельно добраться. Так что оставайтесь с нами. Та-дам! Магнитики стоят 6 лир. У мамы вон, а у меня вот этот магнитик. Мама, по-моему, круче, чем у меня, ну ладно. Ребятки, впервые вижу питьевые фонтанчики в Турции. Обалдеть. Вы где-нибудь видели вообще? Напишите в комментариях, да или нет. Я первый раз вижу. Такое видела только в Европе. Остановились в Макашке, назовем это так, и заказали супчик. Чечевичный, и заказала я еще себе айран. Знаете, что интересно, здесь дешевле, чем в Аль-Удинизе. Хотя Каш считается тоже как бы не дешевым городом, особенно здесь жилье, отели очень дорого стоят. Супчик, айран, и еще принесли салатик, это вообще классно. Я вот сижу и смотрю на хлеб, и так хочется съесть хлеб, но я сказала себе, что я больше не ем хлеб, потому что я поправилась в Турции. Смотрите, чтобы доехать до пляжа Капутаж, вам нужно прийти на автовокзал, вот он здесь находится. И здесь вот рядышком стоят такие маршрутки, и здесь на нем, на маршрутке вот написано, где они останавливаются. Видите, первый это пляж Капутаж, вот сюда садимся и едем. Стоимость вот Каш Капутаж первая, да, 7,50 лир, 7,50, это получается где-то 80 рублей проезд на одного человека. Правильно, мы заплатили 7,50. 7,50 лир, это получается за двоих 15 лир. Вот, и едем, да, как будто на улице нереальная жара. Хотя уже 5 часов вечера. На пляж Капутаж. Мы ехали минут 30, наверное, да? Да. Ездит водитель просто жестко. Он вот так вот. Бум-бум. У меня сердце в пятку ушло. Вообще, если дело вот такая, вся такая. Да, мама очень напряженная. Сильно... Для мамы это были прям настоящие американские горки. Я надеюсь, вам нас слышно, потому что здесь дикие волны. Здесь очень сильные волны, прям пипец какие. И мы с мамой просто плавать не умеем, мы еще те трусишки. Поэтому мы сидим здесь на берегу, даже купальник не стали надевать. Хотя здесь есть раздевалка, здесь есть туалет и даже кафешка, имейте в виду. Пляж песчаный, кстати, это кайф. Да. Вот залезть бы в море, да, классно, такой песочек, да. Чистенький. Чем-то напоминает, не знаете, пляж на Ихарн, на Пхукете. Кстати, море такое лазурное, голубое, это реально как на Пхукете, очень круто. Мы вернулись обратно в город. В общем, я так и не успела вам заснять, откуда садятся обратно маршрутки. В смысле, откуда надо садить, чтобы обратно поехать до Каша. Там прям сразу выходит с пляжа, там сидят люди. Ну, мы так у нас получилось, почему я не сняла. Потому что, когда мы только поднялись обратно на дорогу, быстро подъехала маршрутка, и мы даже не успели снять, мы забежали и сразу уехали. Вот. Проезд также стоит обратно. И там прям написано у них на маршрутке, там табличка такая Каш, поэтому не потеряйтесь. И там люди, в принципе, стоят, ждут эту маршрутку. Вот, сейчас мы направляемся в центр погулять и где-нибудь поужинать. Мы сейчас будем пробовать кактус, нашли тут на набережной. Hello. Стоит... Hello! Cactus fruit? Yes, we want to try one.
It's five lire, yeah? Yeah, just one. Yeah. Сейчас будем пробовать. Первый раз в жизни будем пробовать кактус. Мама вообще не понимает, что это такое. Я, честно говоря, тоже. Интересно выглядит. Смотрите, как это. Как маракуйя. Ребятки, я попробовала. Знаете, на что похож? На киви. Очень вкусно, попробуйте. Прикольная штука. Кактус попробовали? Да. И мы так приятно удивлены. Здесь цены намного дешевле, чем в Алюденизе. Потому что мы, допустим, рыбку взяли, она стоит 45 лир, а в Алюденизе стоило, ну, там, 60-65, вот так вот. Короче, у нас там очень дорого было. Ой. Салат заказала себе за 40 лир, а там в Алюденизе они стоят, там, 50 лир, вот так вот. О, салат с морепродуктами, кстати. И вот, и я заказала еще два бокала вина, здесь бокал вина стоит 30 лир. Это же такая кафешка, типа, на берегу моря. А если туда дальше пойти, по-любому там еще дешевле цены есть. В общем, мы так супер-мега довольны. Сейчас осталось, чтобы еще вкусно приготовили, и все. Тогда мы будем очень счастливы. Принесли наше богатство. Смотрите, какая рыбка. Мы заказали на этот раз сибри. А вот наш салат с морепродуктами. Уже, конечно, не дневное освещение, но что делать? This is for bon. Окей, thank you. А у нас тут это винишко еще. И вот мы сидим. Ты довольна, мам? Очень довольна. Салат с морепродуктами просто нереально вкусный. Я прям искренне советую, обязательно, если будете здесь, заказывать, потому что прям морепродукты, они наисвежайшие. Не так, как было в этом, в Алюденизе и так было вкусно, да, но мне казалось, как будто все равно морепродукты не первой свежести. А здесь как будто бы вот-вот-вот они взяли свежие морепродукты и сделали салат. Очень вкусно, искренне советую. Вышло на самом деле 150, но я чаевые оставила 10 лир, и вышло в общем 160, вот. Я считаю, это недорого, два бокала вина, они стоят по 30, а рыбка за 45 и салатик за 40, вообще шикардосно. Смотрите, сейчас я вам покажу магию. У нас есть такая штучка, нам принесли, смотрите. Мы ее открываем. Та-дам. Вот эту таблеточку берем, я показываю, да, мам? Да. Вот эту таблеточку берем и кидаем сюда, и смотрите, что превращается эта таблеточка. А эта таблеточка превращается у нас в полотенчиком. Класс. Магия. Да и только. До свидания. Доброе утро, друзья! Мы вчера так и не записали концовку, потому что мы пришли поздно вечером, где-то примерно 8 часов, и мы сразу вырубились. Вообще вся поездка у нас такая, мы приезжаем где-то 8, сразу засыпаем и в 6 утра просыпаемся. Кстати, я очень плохо ночью спала, и потому что периодически тут были звуки, соседи хлопали дверью, когда закрывают, открывают, и это все было слышно, слышим, шумоизоляция здесь очень плохая. И музыка играла, я так и не поняла, откуда, потому что мама очень крепко спала, она ничего не слышала. Я так и не поняла, откуда играла музыка, но было слышно, как будто бы пати было у нас в квартире. А в целом вообще, конечно, классно. Утром просыпаешься, вид на море, шикарно. Я не знаю, я лично супер-мега довольна, несмотря вот на эти минусы по поводу шумоизоляции, нету сейфа. Сейчас мы пойдем на завтрак, я вам покажу, что нам тут дают, и сделаю маленький обзорчик нашего отеля. Так что оставайтесь с нами. Вот такой, смотрите, бассейн красивый. Мы так в этом бассейне не искупались, времени нет, сегодня уже уезжаем, к сожалению. Но тут классно. Здесь у нас происходит завтрак, прям рядышком. Здесь же у нас бар. И сейчас я пойду туда набирать себе завтрак. Красота! Мамуля там уже заказывает себе чаек. Такой ты красивый. Ты думаешь, тебе еду дам, да? А что тебе можно кушать? Такой ты сладкий.
Мамуля идет, уже набрала, набрала. Что там набрала, мамочка? Заринка, фрукты возьмешь, ага? Хорошо. Ребята, мама, у нас дома нету сейфа, и мама, знаете, как вещи решила прятать, это просто. Смотри. Вообще беспалевно. Сама зашла, перепугалась, забыла. Мама, это просто вообще, мам. Фух, мы сходили на завтрак. Что я могу сказать? Нам вообще в этом году везет завтраками, потому что в прошлом году у нас было пару отелей, да, где нам невкусно было. А здесь вообще, начиная со Стамбула, в Стамбуле, конечно, такое, там фруктиков не было, но вот в Алюденизе были фрукты, а здесь так вообще такой огромный выбор. Здесь и виноград, и персики, и сливы, арбуз, дыня, да, вот это все было очень вкусно, и там сделали даже гренки нам, яйца вареные. В общем, мне в целом понравилось, и кофеечек, чай турецкий, все это дело здесь есть. Поэтому советую. Там, кстати, это завтраки тоже типа шведского стола, но ты подходишь, там девушка стоит, вы, получается, за столом, и она, и вы ей говорите, а она вам уже все накладывает. В целом нам все понравилось, мы довольны и завтраком, и отелем. Про минусы я уже рассказала, но это, я считаю, незначительные минусы. Учесть, что дает отель за эти деньги, вообще класс. Хотелось бы сказать пару слов по поводу города Каш. Мы жалеем, что мы сюда приехали только на одну ночь, потому что здесь классно, здесь очень уютно. Знаете, этот город в таком греческом стиле чем-то похож на Бодрум, но уютнее, чем Бодрум, я бы сказала. Все прям чувствуется, что здесь жила, что здесь раньше была Греция. Здесь вот все эти домики в греческом стиле, эти цветы розовые, мама от них балдеет. Я не знаю, как они называются, если вы знаете, напишите в комментариях, кстати. Вот, и что я еще заметила здесь, интересно, здесь очень много мотобайщиков, я почему-то почувствовала себя, как будто бы я в Таиланде где-то, очень много мотобайщиков, это прям пипец. Еще хотела сказать, что Каш намного дешевле, чем Алюденис, ну не намного, конечно, но дешевле, чем Алюденис на порядок. Я думала, будут цены такие же, потому что отели примерно стоят так же, как и в Алюденисе, но сами цены, допустим, на еду и там что-то купить на улице, и сувениры те же самые, они здесь дешевле. Еда, да, тут супы, допустим, мы нашли недалеко от центра за 10 лир, в Алюденизе начинается все 180, вернее 18, 20 лир, 20, 22 лиры за суп. Поэтому я считаю, что здесь прям на порядок дешевле. Ты что делаешь, мам? Мама! Приезжайте в Каш, здесь очень классно, атмосферно, и съездите на пляж Капутаж, сходите на смотровую площадку, погуляйте по главной площади, погуляйте по этим красивым мощенным улочкам и насладитесь этой греческой атмосферой в Турции. Вот. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, вот здесь есть дальше больше. Мы сегодня уезжаем в Кемер, и следующий выпуск уже будет оттуда. Всем пока-пока!